Турция продолжает бить рекорды по экспорту. Экономика страны продолжает расти и укрепляться, написал в Твиттер министр казначейства и финансов Нуритин Небати. Он указал, что экспорт, который сократился в феврале из-за землетрясения, в марте увеличился почти на 4,5% в годовом исчислении. Это самый высокий месячный показатель. За последние 12 месяцев экспорт побил новый рекорд – 255 миллиардов 700 миллионов долларов. В том числе в марте выросли доходы от продаж автомобилей. Даже в самых сложных условиях Турция продолжает расти и укреплять экономику с помощью своего подхода к инвестициям, занятости, производству и экспорту, указал министр. Мы видим, что беспрецедентные темпы роста экономики Турции 11% в 2020 году, точнее в 2021 году, 5,6% в 2022 году. Эти беспрецедентные темпы роста на фоне глобального мирового кризиса, связанного с пандемией и последующих рецессионных проявлений в различных сегментах мировой экономики, все эти усилия Турции, они были достаточно успешны, и фактически Турция стала одной из самых быстрорастущих экономик мира в последние годы, хотя это и сопровождается достаточно высокими показателями инфляции, хотя сама инфляция носит глобальный характер, это импортируемая инфляция, которая прежде всего поражает турецкую экономику через импорт энергоносителей. Таким образом, турецкий центробанк, выбирая между жесткими монетарными мерами и умерщвлением экономики параллельно с борьбой с инфляцией, выбрал второй путь, когда при сохранении относительно высокой инфляции экономика получает достаточный монетарный стимул.